В конце сентября рев моторов и крики болельщиков сменили привычную тишину парка Горького. Фестиваль «Формула студент» вновь собрал на своей арене всех любителей автоспорта. 12 студенческих команд из России, Чехии и Эстонии представили судьям собственноручно сделанные гоночные болиды. Продемонстрировав, на что способны их изобретения, юные конструкторы привели всех присутствующих в полный восторг. Участники поразили всех качеством своих изобретений. В этом году у молодых автоконструкторов появился уникальный шанс представить бизнес-модель своего проекта и даже обсудить его выход на рынок. Не обошлось мероприятие и без настоящих профессионалов автоспорта. Призеры российской дрифт-серии провели захватывающие мастер-классы и устроили яркое дрифт-шоу. «Формула студент» проводится уже не первый год, и на данный момент абсолютно ясно, что этот фестиваль еще не раз соберет талантливых студентов-автоконструкторов и восхищенную толпу зрителей.